Ну что ж, давайте поедем. Аккуратненько, аккуратненько будем ехать. Так, можно тут, вот, типа так вот камерой крутить, вертеть на машинку. Давайте посмотрим. Прикольное даже отражение, смотри, сделали в стекле. Ага. А ускорение нам что даст? Сильно будет ускоряться, нет? Так, позиция сохранена. Это у нас был... такая вот позиция сохранилась. Едем дальше. Красиво. Облака везде. То бишь, ребята, так сказать, это получается такой вот в космосе где-то. Над облаками с вами едем. А что-то звука нет. Ну, это что такое, звук или нет? Так, позиция сохранена. Ну, это понятно. Сохранки, сохранки. Так, а это что, ускоряет штука или нет? Нифига, это просто такая анимация. А, это типа нужно быстрее-быстрее здесь ехать, да? Все, понял. Так, здесь тоже позиция. И здесь нужно ускорение включать, я так понял, он показывает. Все, приехали. Приехали, круто мы так развернулись. Ништяк. Левел комплект. Три звезды нам дали. Спасибо, еще и алмазиков куча. Так, это мы закрываем, реклама не мне нужна. Давайте next. Поедем еще раз, съездим разочек. Impossible Prado. Вот такая вот игрушка, ребята, нравится, нет? Давайте поедем. Нам новую трассу дадут, наверное, что ли. Вот такой вот у нас автомобиль. А следующий мы... Дав-газила какая-то. А, сколько она стоит? Почти не вижу. 1500. Ага. У нас только... Ладно, поехали на желтом. Нет, у нас 1500 желтых алмазов. У нас какие-то зеленые. Едем. Загрузка, как будто, знаешь, в 90-х. В 95-м году компьютер. О, кто помнит, в 95-х годах. Загрузка, как будто так сложно загружать. Так, а ну-ка, а мы не ездили здесь? Это ночь повтора или что? Что-то я не понял. Ладно, сейчас проедем быстрее, попробуем быстрее проехать. Намного быстрее. Так. Нас ждут, оказывается, секунды есть. А ты не знал. Так, ускорялка у нас что? А, да, ускорялка у нас с вами, ребята, не бесконечная. Но есть у нас заряд. Сейчас мы с вами здесь тоже перепрыгиваем. Я не знаю, за сколько сейчас секунд, минут мы доедем с вами, ребята. Опа, как классно я развернулся. Так, уровень пройден. За 46 секунд. Офигеть. Все, 3 звезды мы получаем. Еще кучу алмазов. Так, это нам не надо. А, что, next. Нажимаем, правильно? Следующий, типа, next. А, ждем. Угу, просто. Так, дальше что меня ждет? А, вот, level 2. Давайте второй левел включаем. Угу. Ну, давай синенькую попробуем купить. Unlock. А, все, купили синенькую. Поехали на синенькой. Почему бы и нет? Prado stunt impossible. Impossible — это невозможно по-английски. Stunt — это типа движение. Невозможные движения на машинке. Вот так вот переводится. Типа, такие невозможные вещи ты должен проехать. Особенно вот здесь, да, практически невозможно. Но мы с вами, ребята, здесь проезжаем. Берем чекпоинт первый. Так, здесь тоже надо будет аккуратненько ехать. Все, проехали. Интересно, здесь давай на ускорение. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо. А, кстати, она сама поворачивает. Это не я, оказывается, поворачиваюсь. Было в конце опасно. 37 секунд, офигеть. Так быстро проехал трассу. Больше тут ждешь, мне кажется. Пока это все загружится. Так, давай, next. Следующий уровень. Угу. А следующий уровень у нас третий. А сколько вообще всего уровней? Да, ребята, уровней, ну, не шибко много, но так, достаточно. Я бы, конечно, и больше этих уровней накрепал. Но обычно первые 2-3 уровня, они самые такие легкие. Красненькую сможем купить? Нифига, 18 тысяч. Зелененькая. А эти что? Пуршас. Пуршас, что такое Пуршас?
Типа ты сейчас не можешь купить, купи сначала красную за 18. У нас только денег нет. 18 алмазов. Что, не с ума сошли, что ли? 18 алмазов. Откуда у нас столько денег, да, ребята? Ну ничего, мы заработаем. Заработаем кучу алмазов. Так, все, поехали. Давай немножко ускоримся. Тихо. А, у нас, смотри, показывают, что можно сюда пройти. А в смысле там что-то горит? Я думал, туда может проехать. А, сначала нам нужно сюда заехать. Я не знаю. А, здесь позицию мы сохраняем. Понял. Берем чекпоинт. Видишь, как они интересно сделали. Такая-то разве не чекпоинт? Тоже чекпоинт. Зачем нам два раза чекпоинт взяли? А-а-а, нифига. Взрыв какой был, ты видел? Нифига. Разорвало машину. Ну ё-моё. Типа 1500. Все заново играем? В смысле? Реально, ребята. Мы должны играть все заново. Ну ладно. Рестарт нажимаем. А, здесь нужно аккуратно. Аккуратно. А, что-то это. Прям сильно ускорился, видимо. И задел немножечко бочку. Которая нас, ребята, конкретно стукнула. Так, все, ладно, едем. Едем дальше. Только будем предельно аккуратными. Предельно, ребята, нужно быть аккуратным с этими бочками. Но они еще так их так поставили, что неаккуратно. Так, ладно. Тихо, проехали первую. Так, проехали вторую. Все хорошо. Угу. Не знаю, для кого эти чекпоинты, если они не работают у тебя. А, после каждого чекпоинта, ребята, нам энергию восстанавливают. О, что-то я разогнался, слушай. Разогнался я. Прям конкретно. Так, 1500 диамонс. Потратьте? Нет. Спасибо. Я пытаюсь что-то заработать. Эти диамонсы. На, посмотрите рекламу. Так, что-то, рестарт. Давайте мы, я надеюсь, сейчас мы проедем с вами. Так, здесь можно включить, в принципе, ускорение. Потому что за каждый чек... А, оно само восстанавливается, это ускорение. Я не знал. Ладно, давай здесь. На максимум врежемся куда-нибудь. Нет, нифига. Едем. Так, нам главное аккуратненько проехать бочки. А потом, когда написано будет ускорение, нифига не ускоряться. А слегонца проехать. Тихо, тихо, тихо. Так, проезжаем первую бочку. И вторую. Ой, аккуратно, мы вообще ювелирно с вами, ребята, проехали. Все. Здесь, я не знаю, здесь надо вообще очень конкретно по центру ехать. По центру. Опа, тихо, 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 не спешим. Ой, нормально, нормально, нормально. Все, это у нас уже, ребята, финишная прямая, я так думаю. Да, 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 да. Фух, проехали. Было сложно, да. Было немного, да, сложно. У меня аж даже ладошки вспотели, по правде тебе сказать. Так, и алмазиков нам кучу дали. 2500. 2700 у нас алмазов, почти что 3000. Сколько там эта машинка стоила, кто помнит? Давайте, next, следующее. Следующий уровень попробуем поиграть. А, какой у нас... А, четвертый. А сколько всего у нас там уровней? 16, ребята. Ну, давайте четвертый проедем, попробуем, посмотрим. Так, сколько у нас? 2700. А машинка стоит-то 18. Офигеть. Фиг кто купит за 18. Надо донатить, ребят. Но мы не донатим, мы играем, проходим с вами, ребята, без доната. Так, едем. Угу. Так, здесь надо ускоряться или нет? Интересно. Давай чуть-чуть. Можно не ускоряться было. Так, бочка. Бочка. Аккуратно. Так, а здесь что, надо ускоряться, нет? Ага, чуть-чуть. Чуть-чуть ускориться можно было. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Хорошо, что тут бортики есть. Так бы нас бы перевернуло. Ух ты, какая красота. Смотри, горы. Ага, красиво все очень. Так, шарик, шарик, мячик. На, давайте мы его сдвинем. И он упал в пропасть, офигеть. Так, здесь какая-то штука нехорошая. Давайте проедем быстренько. Опа, готово.
Так, крупно. Так, бочка тоже какая-то не очень хорошая, просто картинка другая. А на самом деле все то же самое. Взрыв будет. И нашу машинку расфигачит. Так, проезжаем быстренько здесь. Пока открылась у нас аккуратно. Какая она агрессивная, слушай, рамка эта. Рамка очень агрессивная. Опа, 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 опа. Америка, Европа. Фух. Нормально. Хорошо. А вот и финиш, ребята. Ох, как красиво. Повернули. Все, прошли уровень. Ну что ж, ребятки, если вам понравилось данное видео, данная игрушка, ставьте лайки. Если наберем 10 тысяч лайков, значит, реально игрушка вам понравилась. Ну, а также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Так это я уже говорил, да? Ну, значит, передавайте привет. Под роликом пишите привет, и я вам передам привет в следующем ролике. Ну, что ж, пока-пока.